В Мурманске заметили пожарного Деда Мороза. Его машина, украшенная гирляндами, ездила по городу и вызывала вполне однозначную позитивную реакцию. Оказалось, это акция от регионального МЧС. Ведомстве подробностей не раскрывают, лишь опубликовали в соцсетях ролик с короткой подпиской. «Знаем секрет» собирается в город в субботу. Не упустите возможность сделать огненное селфи. Далее без комментариев.